Искам да благодаря Господ. То, что Он меня наказывает. За това, че Той ме наказва. И знаете почему? Я не знаю, сколько лет назад. И преди няколко години. Я это понял. Разбрал го. Может быть, было 10 лет назад или сколько, когда Может, я еще жил в Украине. Может быть, 10 години, когда еще живеех в Украине. Сейчас успокоюсь. Вот, знаете, работал там на стройке. Работал, как строитель. А жена звонит. Пока жена мне се обажда. Немножко волнуюсь. И говорю, слушай, опять поросенки там умерли. И казва, пак поросетата не починаха. Ну, мы жили там в деревне. Живеехме на село. И здесь живем в деревне. И тук също живеем на село. Любим животных. Обичаме животните. Вот, особенно когда они уже приготовлены. Най-вече, когато са приготвени вече. Чтобы кушать. За да ги едем. Вот. И знаете, эти поросенки умерли. И тези поросета умряха. И они умерли как-то так было за одну неделю, не помню, ли 8 или 9 умряха штук. Умряха в течение на една седмица. 10 вот. Броя някъде. И я говорю, Господи, я не знаю, за какой грех. И казвам, Господи, не знам за кой грех. Но я понял, что Обаче, ты, разбрах, че ти забираешь их. Ги взимаш, потому что я кого-то где-то обманул. Защото някога, някого излъгах. Вот, и Бог мне дал такое откровение. И Бог мне дал едно откровение. Что мы верующие люди. Че ние верующите хора. Когда имеем какие-то проблемы. Когато имаме някакви проблеми. Не всегда это наказание. Не винаги това е наказание. Но когда это есть наказание от Бога. Обаче, когато е наказание от Господ. Если мы духовные. Ако сме духовни. То мы можем благодарить Бога. Не можем да благодарим на Господ. Почему? За что? Потому что Господь сказал, что мы. Защото Господ казва, че ние. Мы наказываемся в этом мире. Се наказваме в този свят. Чтобы не быть наказанными в вечности. За да не будем наказани в вечността. И вот если мы понимаем нашего Отца. И ако разбираме нашия Отец. Он хочет взыскать с нас сейчас. Той иска да вземе от нас сега. Чтобы когда мы предстанем пред Ним. За да можем когато застанем пред Него. С нас уже не было чего спрашивать. Да няма какво да не пита да. Поэтому, друзья, если у вас есть проблемы, как и у меня, ако имате проблеми като мен, благодарите Бога. Благодарите на Господ. Если у вас еще больше ако благодарите. Имате още по-големи проблеми, още повече благодарите. Потому что Он любит нас. Защото Той ни обича. Наказывает нас. Той ни наказва. Других не наказывает. Другите не ги Он наказва. Не их отец. Той не е техен а наш отец наказывает нас. А наш отец наказва нас. И знаете, для меня лично. За мен лично. Это есть честь. Това е чест. Что Бог со мной работает. Че Господ работи с мен. Наказывает меня. И ме наказва. Взыскивает с меня. И че съм отговорен пред Него. Это просто действительно большая благодарность. И това е голяма благодарност. И я уверен, что я и приду в небо. Сигурен, че ще дойда на небето. И мне не будет стыдно. И няма да ме е срам. Перед моим Богом. Пред моя Бог. И еще хочу сказать, действительно, искам да кажа, благодарность Богу. Истинно голяма благодарность към Господ. За то, что Он дал нам вас. За това, че Той ни даде вас. И что мы можем иметь общение. И че може да си общуваме. С всеми людьми, которые приехали сюда. С всички хора, които дойдоха тук. С бывшего союза. В бывшия союз. Вот, это родные люди това по духу. Това са ни родни хора с дух. По языку. По язык. У нас есть общее прошлое. Имаме си общо минало. Потому что мы несколько лет жили. Защото няколко години живеехме. И не имели такого общения. И не сме имали такого общения. И для нас, христиан, это... И за нас, християните. Было очень трудно. Това беше много тежко. Мы привыкли жить в общении. И свикнахме да си имаме в дружбе с кем-то. Да сме приятели разделить с някого, хлеб. Да споделяме хляба. Но было трудно без... И не беше трудно. Без такой хорошей... компании, без такого братства, компания, таких, братство, такой семьи большой. Без такого голямо семейство. Поэтому и за това, я хочу благодарить Бога, что Бог нам дал вас. За това, че Господ и что Бог благословил нас на этой и земле. И Господ не благословен на тази земя. И дает все необходимое для святой и праведной жизни. И не дала всичко необходимо за този живот. Аминь. Аминь. Мы тоже благодарны Господу, что у нас есть такая Господ, семья. Че имаме такого семейство, мы можем приехать. Че можем да утилим при тях, они нам стол накроют. И сложат, послужат, да едем, и послужат. На рыбалку сводят. И заведут на рыболов. Да, спасибо вам. Благодарим. Нам это очень дорого. Това не е много скъпо. Ну, мы можем продолжать за столом. Сейчас хочешь? Сейчас будем. Но если еще кто-то хочет, одному человеку еще даем. Пойдемте.
Всем привет. Поздрави на всички. Я бываю здесь редко, но метко. Рядко съм тук, обаче винаги в точния момент. Давно хотел поблагодарить. Исках отдавна да благодаря на семейство Балабанови. Они очень много для меня делают. Много неща правят за мен. Вообще живу не в этой стране. Защото не живея в тази държава, а съм от Украина и дойдох да уча. Живу на протяжении 4 лет. И живея тук от 4 години. Я очень ценю то, что они и много ценя това. Мне помогают. За това, че ми помагат. Очень благодарен. И съм много благодарен за това. Потому что большинство людей, защото повечето хора, когато някои имат роднини, те възприемат тази помощ като задлъжност. Помни, что вообще и се опитвам, че никой не е длъжен на никого. И очень благодарен. И съм много благодарен. Спасибо. Благодаря. Ай, не хочу это рассказать. Кстати, это мой племянник. Твой мой племянник. Очень любимый. Он первый. Твой первый. Я очень рада много за то, что радвам. Господь его очень любит. За то, что Господь много его обича. Конечно, больше, чем я. Повече от мен. Мы чуть его не потеряли. И за малку да го загубим. И это такое чудо, что он такой живой. Видите, какой и прекрасный мужчина. Чудо, че жив. Вся слава Господу. Слава-то. Сколько там Господ. Прошло? Больше года? Полтора? Миха повече от година. Полтора года. Година и половина. Приехал в Одессу. То живет в Одессе. Утешил в Одессу. К родителям. При родителям. Видно, было много времени, катался и, мол, много времени. По городу на велосипеде. Карл Кулило из города. Точно не знаю, как произошло, но знаю, что на не перекрестке. Не точно все и случило. Его сбила машина. Его блеснула кула. И очень пострадал. И голова много сильно пострадала. Голова тому много сильно пострадала. И это было в субботу. И твоя была суббота. Врачей, конечно, мало, только дежурный. Он не берет такую ответственность, что нужно делать. Не поема тази отговорность. Нужно было срочно делать операцию. Бачи, треба было успешно нам управлять операцией. Его выдержали два дня. И его держали там два дена. В понедельник приехал, доктор, лечащий, главврач. При него. И сказал, что мы уже его теряем. И ему мозг уже очень губим. Много процентов потерял свою функцию. Мозг загубил много процентов на функционирование. Да. Мама, то есть моя сестра, она не хотела его отдавать на операцию. Она искала, да куда на операцию. Молилась, очень молила. Ждала такое чудо. Чакала я чудо. Но врачи сказали, нужно врачи подписывать. Она сказали, отказывала. Отец тоже отказывал. Вопреки, че родители тебе отказывали. И... поскольку ему уже было 20 лет. И ты, как тот вечер, был на 20 години. Господь дал врачу такую мудрость. Доктор, говорит, ты же взрослый. Мудрость на него, да. Бери ответственность за свою поеме жизнь. Поеме отговорность за свой живот. И давай ты подпишешь. И ему сказал, некий типа, да, надо давать шанс. Треба, тебе но он шанс. Согласился. И то есть я согласил. И подписал. И подписал. Сделали ему операцию. Ему направили операцию. Это две, даже первую сначала сделали, чтобы спасти мозг. И первое-то, чтобы спасет мозг. У него лобная часть была часть разрушена, была нужно разрушена. Было поменять на пластину. И требовало сменить пластину. И связались с нами и по вайберу, стали молиться, и тогда сказали, что все, и тогда ну, Ярослав уходит, Мирослав си тръгва. И я так стала горячо молиться, я започнах силно да си моля. И увидела видение, и видях, что вся голова у него горит, че тяло тому и он действительно боли, уходит, он и сгорает. То есть, наистина, Господи, нет. Изгаря, если заминава. Я не могу это и воспринять, я надеюсь, что ты сотворишь чудо. Господи, надеемся, да сотворишь чудо. Тогда я увидела, как его кто-то заматывает в белые и пелены как такие, ну как просто. И черчафи. Я тогда испугалась, что все, белые как черчафи. Бог его забирает. И сестреснах, че Господь, че и я опять стала горячо молиться, и мы все так говорили, такую моля. Линию ну, по вайберу и молились все, такая линия родственники. Родственники. И Господь сотворил чудо. И Господь сотворил чудо. Сделали операцию, он направил пришел в себя, операцию. Заговорил. То есть мы с ним... кстати, до этого я ему говорила, ты хочешь жить? И придет вагу, а он молчал. И меня живеешь. Так это напрягало. И молчаешь, и стало на него как тетя построже. И ты вообще жить хочешь? Ты скажешь что-нибудь? Живей ли ты сей? Это очень важно. За что тут твоя много важно. Я говорю, ну смотри, давай тогда помолим. Ты вообще принял Господа? Ну, он из христианской семьи. То от христианского но все-таки как у тебя там с Господом? Ведь как ты туда же собираешься или как? Или на ты будешь жить, или что? Заходишь. Я так, в общем, можно сказать, я прижала, серьезно. Для меня было это очень важно. За меня больше важно. Потому что это, ну, после операции, ну, неизвестно, ведь это такой риск. И он со мной молился, молитва покаяния. Осознанно, я думаю. Сначала он говорил, ничего не хочу, и хочу сказать, ничто не мися правит. Не-не-не, сейчас будем приглашать жизнь. Ему казах, я кричала живот. Только жизнь, не знаю, сколько раз повторяла, но, короче, он и проснулся.
прогласявах ком животы, то есть если будет. И сейчас мы очень радуемся, что он и вот и вторую операцию прошел. Нет никакого следа в этом году, Господь его благословил. Летом он работал в Германии несколько месяцев. Работе в Германии. И вся слава Господу. И тело это слава на верю, что будет Божий служитель, который будет возвещать дела Господни. Кое-то, что большие Божьи дела. Знаете, спасибо за такие неравнодушные христиане, неравнодушные христиане, да, через которых Бог может работать. Через какую-то Господь может до работы. Добрый день, церковь. Добрый день. Вот, спасибо Людмиле, она подтвердила, что я рассказала две истории. Тебя рассказала две истории. Про своего племянника и про Ярослава. И за Мирослав. В этом году... Тази година... Я увидела у себя, у сестры, пост, что ребенок, ну, мальчик 20 лет, момчена 20 години, что он нуждается в сборе большом денег, 300 тысяч евро. Оказывается, у него обнаружили онкологию, открыли ему онкологию, и нужно было сделать операцию на костный мозг. И требовалось направить операцию на костный мозг. И оказывается, этот мальчик учится в одной группе с моим племянником. И тоже молодежь заедно со своей племянником. За которых я горячо всегда молюсь. За какую-то много сил на себя молю. И если, например, там сестра или там ее супруг, они как бы так негативно ко всему относятся, то хорошо, то плохо, то я им нужна, то не нужна. А, то племянники, они говорят, молись за нас, ты так хорошо так становится, когда ты молишься за нас. Не стало, а я их воспитывала вот с маленького возраста. И оказывается, у одного из племянников в группе мальчик нуждается в операции. Все нуждают в операции. И я как бы думаю, ну, много же людей, которые собирают деньги. Много кора какую-то собирают пари. Как это, смахнула, да, потом через неделю опять мне эта история, думаю, да что ж такое. И Бог начинает побуждать, я начинаю молиться. Господь меня побуждает, започнем до себя молиться. Я начинаю думать, размышлять. Ну да, можно перевести деньги, да. Можно там еще что-то. Можно направить. Но мне приходит, что нужно по-другому помогать. Мидва, че трябва по-друг начин дому помогнуть. И я звоню, выхожу на эту маму. И ас... На и соединяю ее с одной женщиной, которая занимается молитвой, пророчеством. И я думала, сейчас она и что попророчествует. Если помыслить, что тянешь, а это женщина, а я как бы ну, третий человек со стороны. Третье лице от страны. И та женщина начинает ее просто вставлять ей веру. Просто, да, просто промывает ей духовные мозги. Да, достает, мозг, вставляет новые. Она как будто бы вот просто видит мозг, проблему матери. Видит проблема на майка, что мама сомневается, она уже не верит. Оказывается, что мама, оказывается, ходит в церковь баптистскую. И та ее говорит, если вы слышите, кто-то умирает, это не ваш случай. Вы должны верить. А как верить? Денег надо много собрать. Время бежит, ребенку все хуже. Он лежит в больнице. Ему делают такие манипуляции, операции. Такие манипуляции, операции. От которых немецкие врачи говорят, что они там делают с ребенком. Мы вас просто не возьмем в таком состоянии. Ему там операцию на желудке делают. Правят ему операция на стомаха. У мамы, конечно, вера падала. И на майкому ярта се губила. Но мы начали молиться. И ты започнем да се периодически молят. Утром мне Бог побуждал. Я Господь побуждал. Молюсь за этого Илью. И тут же мне идет какие-то слова, места писания. Я и скидываю все. Том, она все благодарность принимает. Я что-то ей говорю, нужно позвать этих, нужно позвать пресвитеров домой. Она говорит, мы уже позвали, то есть каждый раз шло в какое-то подтверждение. И мы с ней постоянно на связи, и я вижу, что ее вера начинает расти, крепнуть, маленькими шагами. И самое главное, что этот мальчик стал читать Библию, стал иметь личное общение с Господом. И вы представляете, они собирают эти деньги. Нас Бог побуждает Господь послужить им да там витаминами, такими для поддержания организма. Они все получают, все им нравится, все идет. А мальчика крепает. В Пасху она забирает его домой. И по Великденгу в зиму в кышти. И вот буквально в начале лета они и собирают сумму нужную. Представляете? И в эту пандемию, сумма, когда всем закрывают пандемии, дороги, они прорываются в Германию и ему делают благополучную эту операцию. Ему правят операцию. А кроме операции, там же тысячу анализов и надо операции, сделать. И у своей операции и анализы до сих пор. И вот последнее ее было сообщение, она говорит, на 99% этот мозг новый, новый мозг стал ему на место, нашли донора, все сделали. Мозг. И это, знаете, не прошло и года, Бог настолько верил. И не мина даже на година, Господь
толку уверен. И знаете, когда ты становишься частью маленькой там атомом такой ситуации, частичка, мне это так окрепляло. Если помогло в тази ситуации, толку мы подкрепишь. Потому что какие-то проблемы свои, и я говорю, Господь, ну ты же дал Илье деньги, ты же дал ему операцию. За что-то, когда ты имах по ней някакие сомнения, Господь мне дал еще подтверждение, что той дал сичку за това. Так поэтому я благодарю Бога, и за това сам благодарна на Господ. Он нас побуждает быть частью чьей-то победы. Да будем частью нечьей победы. И вторая история. И вторая история. Тоже благодарю церковь за какие-то семинары, за какие-то встречи, которые мы делаем. Кажется, что это вот тягомотина такая, надо собираться, там то, все. Но все плохое забывается, как природа. И остаются только добрые плоды. И остава само добрите плодове. И вот когда к нам тоже приезжала женщина с Украины и проводила нам пророческий семинар. Аня, спасибо тебе, дорогая. Ты так успеваешь. Потому что когда волнуешься, ну, пытаешься не потерять мысль, она все переводит и переводит. Слава Иисусу. И в этом, на этом семинаре и нас учили. Семинар не учиха. Вот Неля тоже была, были у нас Нелли болгарские с нас, братья и сестры. Нас учили, что есть четыре вида там почвы. Там не учиха, чьи мы четыре вида на почва. Камни, дорога. Под... Это плодородная почва. Плодородная почва. И какая еще? Просто... И сорняки, да. И спасибо. Плевели. И она говорила, и тебя не казвыше, что если есть люди, за которых надо долго, хора, сильно молиться. За какую-то много и сильно да се молим. И она нам рассказывала, что даже если это камни, даже, вот надо просто камни, брать огромные инструменты и бить. Просто да взимами огромные инструменты, бить, говоря, и да ударами, это все не да ударами до кату не се счупят эти камни. Рассказывала. И тебя рассказывала, что все чуть-чуть. И она говорит, вот возьмите, вот она такой практик. И тебя и практик. Не просто вот теорию, а практик. Вот возьмите человека, показываешь, взимайте один человек, который вам Бог побуждает молиться. За кого-то Бог и начните вот молиться непрестанно, молитесь. И мне эта идея понравилась. И на мен ми хареса тази идея. Ну, прям это мой характер. Твой мой характер. И я прихожу к Саше, говорю, Саш, давай мы с тобой найдем. Александр, казах му, парочку человек. Нека намерим няколко человека. Испытательных, кроликов таких. И будем эксперимент, значит, се молим за тях. И Бог побудил мне троюродного брата, а ему троюродную сестру. Брат и ну, мы так пару раз вставали с тобой, помолились за них. Но сердце Бог прям давал эту молитву. Господь не даваше тази молитва в сердце. У меня есть мой троюродный брат. Я с мамой один брат. С которым я все детство дружила. Там влюблена была в него, на великах мы гоняли. Троюродный брат. Вместе там машинками заедно делали в песочнице колила, города такие. Ну, много, короче, очень тесные были душевные такие связи. Много тесни но я ему не нравилась. Бачи, то не мехались ваши. А вот. Ну, слава Богу. Слава на Богу. Вот. У меня родители очень строгие, у него родители, ну, у них проблемы, то, что у них пили. У него мама умерла от пьянки, дядя от пьянки, дедушка от пьянки, бабушка от пьянки. Ну, там такая вся вот полоса. И вот представляете, вот мой этот троюродный брат, лет с 15 начал пить. Второй брат вообще за почву да пил от много и он, у него была эпилепсия. И то имел эпилепсия. У него было судимости. Он был в розыске, короче, и, там... Тарсили ну, саго от полиции это. Постоянно, короче, это был, ну, уже все, ну, кончено, все. И постоянно с животом все одно был приключен. А мне Бог говорит, молись за женку. И Господь мне казва, молись за него. Мы начали молиться. И мы да молим. И через месяца два мне мама если звонит два и месяца, говорит. Майка месяца обажда и казва. Оля, слух пошел. Оля, что Женька... Има слух, че... Что Женька пить бросил. Евгений спрял да пи. Слух, то есть для них это было слух то есть пошел. За тях това беше като слух. Я говорю, да ты что? Мы я тут молимся за него. Как така? Ну, не только так, си молим ну, за ладно, него. Ладно, молитесь. И тя казвам, да, я молитесь. Я приезжаю через несколько и месяцев. И утивам при него. И мама говорит, слушай, и Женька реально не пьет? Я говорю, я знаю, не хорошо, я слава сказала, Богу. Добре, знам. И он приходит к нам, и вот мои родители на даче живут, он не рядом, соседи, они приходят к нам. И два на гости. И я подхожу и говорю, ну что, не пьешь? Он такой, не, не пьешь ли? И той казва, не, не пью. Я говорю, а мы молились за тебя. Я сказала, не если молих мы за тебя. Я знаю. И наверное, казва, вашими а молитвами. Сигурно, через ему исполнилось молитвы. 30 лет. И то есть она на 30 години. Он даже 15 лет пил. При два 15 години пил. Он говорит, я целый пил. Месяц, каждый и день казва, заходил месяц, к друзьям, и мне всякий всякий везде наливали. Через один месяц утилах на приятелей, и вдруг и я понял. Наливаха. А что со мной происходит? Как вас и случва с мен. Говорит, и без всяких кодировок, и без всякой кодировки, без просто раз и перестал пить. Спрях да пия. Представляете? И в этот момент и Бог нас момент побуждал Господь молиться не за него. Да си молим за него.
И это было вообще, я сама говорю, мне все трясется. Это было такое чудо. Теперь я вот такого чуду. И он начал наблюдать за нашей жизнью в социальных сетях. И то, что наблюдал наши животные в соцсетях. Как классно, ты такая молодец, у тебя такой хороший муж, у тебя такие классные дети. И мы такой, знаете, как свечкой, видно, стали для него. И станах мекату светлина за него. Он устроился работать, сначала нелегально работал. То есть запошен до работы нелегально. Потом рассчитался по долгам, по всяким судимостям. Вырнул всички долгубей, его сняли с учета эпилепсии. Он поехал в Москву, стал работать. В Москву начал зарабатывать в России. Потом парень. Он переехал жить в России. После потом он нашел Россию, женщину. Потом он женился. Все, уженил. И вот представьте, моего сына 29 числа был день рождения. А у него 28 октября родился Ярослав. На него на 28 Вы представляете, он догоняет, как Бог вот показывает и догоняет 11 лет, которые он где-то там прогулял, да? Бог сейчас восстанавливает. Поэтому я благодарю Господа за эту историю. И всем Господа за эту историю. И всех вдохновляю, что каменную почву тоже можно молиться. Каменная почва, просто что можно досить расчупить. Спасибо большое. Спасибо большое. Еще кто-нибудь? Пойдемте. Я же вообще с Украины, и до меня доходит чуть-чуть. Я с Украины, и Малку со закоснениями пристигат. Я сначала понял, что надо Богу благодарить, а потом, оказывается, жена говорит, ну, сказали, что можно же людям спасибо сказать. Значит, не само на Господь можем да благодарим, но и на хората. А у нас в Украине было такое воспитание церковное. И мы такого воспитания. Что благодарить братьев и сестер. Да благодарим на братья и сестры. Не очень хорошо. Твани много хубаво. Чтобы они не возгордились. За да не все возгордеют. Ну, это так нас учили. Так они воспиталаха. Вот, ну... И я сейчас вышел сказать вам, что есть одна семья болгарская, одно болгарское семейство, которая, вот тонко слезы же, вроде бы мужик, но все время плачет. Уж сам муж, все плачут. Ну такой характер, не знаю почему. Такой характер. Даже какая-то мелодрама, я все время плачу. Представьте себе. На всички мелодраме плачу. Да, вот. И она, эта семья, дана нам Богом. И твое семейство не больше дадено от Господа. В начале нашего пути. В начале то на нашей пот. Вот. Знаете, ничего случайного нету. Няма случайни ништа. Покупаем дом. Купуемся кышта. А переводчика нету на сделку. И няма приводаешь за сделка-то. Заболела. И зовет свою подружку. И извикала приятелку. Или знакомый, не знаю, как там. Или някое позната. Вот. Приходит эта девочка на сделку, переводит нам это все возле нотариуса. Вот. Мы подписываем, покупаем дом. Подписываем документы, купуем кышту. Выходим от нотариуса. Излизаем вот там. Такая красивая, симпатичная девочка. Такого хубого, симпатичного мичи. Русая, не черная, как болгарки. Русая, не... Вот. И говорит очень хорошо на русском. И говорит добрый болгарский. Спрашивает, а вы откуда, с Украины? А ты, говорит, я с Болгарии. Я запитан какой Болгарии? Ты же, ну, говоришь на русском так хорошо и светленькая. Я сочуря, как такого от Болгарии? Ты же много светличка и говоришь русский. Сварный. Тебя казва саму тварна. Вот, и мы так разговорились. И запомнишь, мы это говорим. Она спросила, где вы купили дом. Тебя пита, где здесь кышта. Мы назвали деревню, она говорит, у нас тоже там есть дача. Казах, мы и село, то и тебя казва не существует, мы вилла там. Вот, и они нас позвали потом в гости. И после не викнуха на гости. И так уже 6 лет. И такая вечер уже 6 години. Мы от них не уходим. Не си торговыми вот там. Ее муж. Мужи. Он как старший брат стал для меня. Мне как старший брат. Вот, она как сестра. Тя мне как сестра вечер. И вот так трудно. Вот, и они сегодня здесь. И днес сатука. Да. И хочу сказать спасибо Богу за них. Чесно благодарен на Господь за тях. И им за то, что они из-за това терпели нас. Чесно не терпели. Ну мы же, знаете, ну мы такие же своенравный народ. Есть мы своенравный народ. Да, вот. Они нас терпели, помогали нам. И не терпяха, помогах они. И до сих пор мы ощущаем эту любовь от этой семьи. И все, что не усещаем тази любовь от вас семейства. И действительно, знаете, я не остался в Болгарии без родных людей. И не останусь в Болгарии без родной души. И когда у нас не было денег, они все время нам помогали и помогают. Не помагаха, и все, что помогат. И поддерживают нашу семью, наше семейство.
Вот, Анечка и баба Надя. Низкий вам поклон, и пусть Бог благословит вас. Я очень вам благодарен. Много сам благодарен. Что вы у нас есть. Че вы имаме. Аминь. Аминь. Слава Богу. Ну что, мы можем плавненько переходить потом можем с благодарностями за стол. Со с благодарностью да. Массата. И, знаете, хотели поблагодарить семью Шлопаков-Базиковых за прекрасную декорацию. За прекрасную Используйте ее как фотозона, потому что все потом мы скушаем.